умирает атеист, попадает на небо, ну, ему архангел Гавриил показал ад, рай, и он понимает, что реально в раю хреново. Ну, приходит, говорит: слушай, а можно мне поговорить с Господом как-то? Зачем? Ну, на предмет того, чтобы меня перевели в рай. Вот, ну, я не знаю, я сейчас спрошу. Приходит: Господи, там этот пришел атеист. Говорит: а что он хочет? Ну, хочет с вами поговорить. Ну, скажи ему, что меня нет.